Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах поставил месяц Шабан выше других месяцев, так же, как поставил меня выше вас». Говорят, что об этом месяце посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, также сказал: «Шабан – мой месяц, Раджаб – месяц Аллаха, Рамадан – месяц моей уммы». Именно месяц Шабан первого года хиджи было ниспослано свыше держать пост месяц Рамадан.